Всем привет! Сегодня мы уже поехали пораньше. Так, во-первых, кроссовки снял быстро. Почему? Потому что это у тебя уличные грязные кроссовки. У тебя где чистые? Я не знаю. Поехал он опять на день рождения. Собрались уже, все, поехали. Как я тебя это увижу? Если это в закрытом помещении. Все, мои кроссовки тоже надо достать. Там они стоят на батарее, сушатся в туалете. Думала, за мои. Угу. Все постирали, все чистенький. Вот поедет в таком он виде. Не рубашка. Ну, у нас нет брюк. Все маленькое. Поэтому придется так ехать, в спортивном. Ну, ничего, тоже пойдет. Что сейчас теперь? Перчик. Он какой красивый. Молодой. Озорной. Ты еще духами не забудь подухариться. Нет. Не нет, а да. Все. Не нет, а нет. Все, собираемся. А еще вот тут у нас вот так вот тортик упаковала. Там еще подарочек лежит. Еще я вот взяла такую нашу любимую колбасу. Эту дугушку молочную. У них не продается в Баранче. Так вот бабушке с дедушкой. Сейчас отвезу попробовать. Палку разделим напополам, они покушают. Дверь закрывай в туалет, а то кошки будут там ходить. Все, мы успели. Время уже 13 минут. У нас отходит электричка 25 минут. Пешочком добежали до остановки, которая у драмтеатра. На улице такая погода пасмурная, что вчера целый день шел дождь. Целый день. Так, вот, все, на четвертый путь, Вань. Идем. Да, вот это наша электричка. Стоит. Сюда возилась. Давай вот в этот вагон. Вот в этот, да-да-да. Ну-ка на, я не залезу. О, я ж держусь. Ой. Ой, о, какие сиденья. Все, заходи. Ошеломляющие новости от Иваня. Мы едем в поселок Баранчинский отмечать день рождения, который будет длиться 2 миллисекунды. Никогда такого дня рождения не видывал в жизни. Самый быстрый, ой, самый длинный день рождения, да? Лая. Мы уже в деревне. Тимая Сяя! Тимая Галёсяя! Тида, я тебя хоть поглажу, я тебя даже не видела. Не видела сегодня. Тимая лапочка, ты где гуляешь? Ты где у нас, красавица, гуляешь? Домой побежала? Или наоборот? Тима Галёся. Взяла кофе, кружечку. Пошла, хочу посидеть это. Пойдем со мной в огороде. Ты пойдешь со мной? Папа уже закрыл. Мусечка, да, вот и у нас еще и Мусечка. Мусечка, где ты? Вот она, Мусечка. Погуляла сегодня, да, тебя выпускали. Что-то девушка все закрыла уже. Как будто украдут его. 33 замка. О, красота. Посижу. Шнурок вылез.
Ой, красота. Ты моя зайка. Что за картина маслом? Пришла звездулька. Такая прям нежненькая кошечка. Киська, Васька, Василиска. Василисушка. Василисушка. Девчоночка, иди сюда. Ох, красотка. Ах ты, красоточка. Ваня гуляет там. Позвали в 7 часов. Они там с утра уже наяривают. С девчонками у Анютки сидят. Тортик подарил Анютке. Анютка сказала, очень красиво. Единственное, осталось еще узнать, вкусно-невкусно. Думаю, батюшки, моя баронесса, баронесса. Вот, он там уже из белых кроссовок сделал черный. Это же деревня. Все дороги грязные, лужи, все кашей перемелено. Ой, вообще, тебя это не гладит никто, что ли? А? Красоточка. Иди, батюшка, попрошаечка на ласку. Попрошаечка на ласку. И вот, в общем говоря, ой, да батюшки, еще и носками на меня, да будьте мой, будьте мой. Ой, какая ты хорошенькая, ой, какая ты нежненькая, миленькая. Ну только давай в лицо лазить не будем. Я уже сходила в баньку, отдыхаю, сижу, прохладненько, конечно, днем было вообще красота, солнце пекло. Ай, не надо ногтями так делать. Ай, не надо ногтями, больно. Вот. Ой, уже штаны зацепила, нифига себе. Хорошо так отдохнуть в бане. Ой, вообще не могу, я как заново рождаюсь. Все-таки деревня – это самое лучшее место для проживания. Конечно, да, работать надо в огороде. Силы нужны, еще те. Время. Люди успевают и на работу ходят, и в огороде работают. Это очень тяжело. Очень тяжело. Но опять же, в форме. Тело в форме. Здоровое тело, потому что кушаешь все свое, все продукты свои. Да, моя хорошая? А в городе мы расслабились, конечно. Да, мы расслабились. В 7 часов пойдут праздновать, Ваня. А в 9 часов надо уже уходить. У нас электричка в 9:40. Не знаю, успеет, не успеет напраздноваться. Глазик прилип. Вот, кстати, еще больницу тоже я сходила к гинекологу. Анализы хорошие пришли, все хорошо. Сказали, сейчас пока таблетки не пить, потому что я пью, раз вот эти вот назначили мне антидепрессивные это. Сказали, нельзя соединять то, что мне выписал гинеколог. Пролечусь, и потом уже надо будет их купить и пить уже то, что гинеколог назначил. И наблюдаться через месяц прийти, потом уже раз в год ходить обязательно каждый год к гинекологу. Да я и так ходила каждый год без этого. Ну, просто единственное, сейчас будем наблюдать эти вот миомы и еще там что-то. Еще какая-то фигня, короче. Потом напишу, если не забуду. Вот. А 5 числа пойдем на УЗИ. 5 на УЗИ схожу. Кишечника. А к неврологу пока еще не записали. Еще не позвонили. Так что вот. Пока отдыхаем. Не могу лозу, девочку, мою девочку, принцессочку. Ванька грязный пойдет на день рождения. Коньки грязный пойдет. Ну все, ладно. Будем пить кофе. Отдыхать. На природке-то одно удовольствие. Расслабляться. Пить кофе.
Сегодня, кстати, очень хорошо мне, особенно после бани, сейчас попарилась, погрелась. Я там очень долго сидела и ногу-то распарила. Вообще красота, вообще красота. У меня там было еще эвкалипта масло, я еще обздавала на камне. Ой, вообще лепота. У нас обычно в конце огорода, вот там, растут подснежники в это время. Вот такой вот у нас огород. Прибираться, конечно, работать. Очень много здесь. Так, пойду посмотрю. Есть там, нет подснежники. Бабушка что-то опять насажала, закрыла. Нету. Растут подснежники. Смотрите. Точно, все, они здесь вот так и растут. Вот они вылазят. Вот они. Первые подснежники. Где тут еще я видела? Вот еще подснежник вылазит. Он уже раскрывшийся, подснежники. А вон там их побольше. Сейчас покажу. Во, вся полянка в подснежниках. Вся-вся-вся в подснежниках. Смотрите, какая красота. Так, сейчас кружечку поставлю. Стой. Вот подснежник. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот. Вот подснежники. В лес ходить не надо, они в огороде растут. Красота. Вот. Распускаются. Вон какая прелесть. Вон подснежник. Везде. Ой, сколько их. Розовенькие. Вот здесь розовенькие. Класс. Красиво. Шибаска. Ладно, пошли. Так, ну что, все, пошла уже домой. Дрова привезли. Прямо у дверей выбросили. Что, не пройти, не проехать. Оказывается, здесь срубы на заказ. Вон оно что. Понятно. Это просто мы в прошлом, ну, в одном из влогов показывали. Не знали, что это за сруб. Береза, осина, пила материал, срубы на заказ. Понятно. Все, в общем, я пошла на день рождения, поснимаю их немножко. Спросила у Ани, я говорю, Ань, можно я вас немножко поснимаю? Она сказала, приходите, поснимайте. Так что вот, маленько сниму их. Я зашла в свой огород. Ну как в свой? В огород, в котором мы работаем. Что-то мне Маша говорила здесь. Ага, окно разбивали. Вон, видите, залезли в окно. Стекла вон валяются. Господи, что туда лазить? Там воровать-то нечего. Дом еле дышит. Вон. Заколотили доской. И ладно. Вот видите, в чем плохо жить в доме. Вот так вот. Могут и вот такие быть казусы. Пока тебя дома нет, взяли и залезли. У меня было, когда я маленькая была. Жили мы же в доме в отцовском. С мамой, с папой, с сестрой. И мне было плохо в этот день. Я ушла. А потом выяснилось, что в этот дом, ну, в наш дом залезли, пока меня дома не было. Хорошо, что я ушла. Смотрите, какое построили. Домик такой, да? Летний. Интересненький. Я уж давно здесь не была. Последний раз в том году он еще только строился. Ну-ка. Опачки! Ой, смотрите, как классно здесь. Это все у нас мама занимается. Лампы сделали.
Вот такие освещения. Вон две розетки двойных. Классно вообще. Сюда еще кровать поставить, диван какой-нибудь, приезжать на лето, жить. Одно удовольствие, да? Приехал, с ночевой остался, поработал в огороде. А то у нас, видите, какая беседочка. Вот нас вон там дяденька, вот он вон в том огороде, это он построил. Сосед наш, золотые руки. Молодец, он у себя все строит. И вот этот нам домик построил. Теплицу, по-моему, тоже он нам делал. Вот эту вот. Что у нас еще? Вспахали или еще не вспахали? Как будто вспахали. Вот он, видите, строит, все что-то строит. Вот это он нам домишко наш построил. Здрасте! Здрасте! Пришла посмотреть на домик. Красотыша! Да. А все, летом заедем. Осталось диван с собой привезти. Красота. Ой, обожаю. Обожаю деревню свою. Этот домик продать бы. Кто бы его забрал? Мы бы его продали. Прибраться здесь, конечно, все вытащить отсюда. Тоже хороший, все целый. Целости, сохранности. Я говорю, маме, продай его. Она говорит, да пусть стоит. Я говорю, что он стоит? Место занимает только. Так что, ребята, кто из ближайших районов, кому надо, пишите. Продадим. Намного дешевле, чем они новые. Он абсолютно целый, все. Его только единственное, что покрасить можно, обновить. А так все цело. Ну, это вообще бомба. Бомбически. Красота. Все, заезжаю. Жить здесь летом будем. Что-то стекло. А, теплицу разобрали. Летнюю. У нас была здесь стеклянная же теплица. Все, ладно, пошла, а то опоздаю. Это, когда маленький-то был. Мама тебе, про тебя ругалась, что ты бельешь. А, это жалел ты когда меня, это, да? Да? Испортила. Я говорю, там, пусть ругаться. Ой, ладно, что, бабушки забежали. Бабушка тут полным-полно опять гостинцев напихала, да? Будешь бабушку у нас на видео? Причесочка, тебе надо подстричься. Она грязная. Завтра уж помою голову. Сегодня не стало некогда. Ванну чистила бабушки, да? Ой, вообще, я не знала, что они только сделали. Она у тебя там... От головы я не могу. Тебе надо ее просто еще белизной там залить немножечко. Да, да, моя маленькая совсем блестеть не будет. Китайское говно, я ее ругаю. Я бы то не сменила, если бы угол не был оторванный. Только из-за этого. Ну, завтра, считай, он тоже, наверное, к тебе придет, да, ведь доделать будет? Или не завтра? А кого доделывать-то? А плитку-то он когда собрался делать? А только если плитку, то не он. А у тебя конденсат на этом идет, он сказал, придет переделывать, он говорит, потом приду. Течет, по трубе-то течет, ее переделывать надо. Это ненормально, она у тебя будет гнить. Ты что, заржавеет? Которая, ну-ка покажи. Левая, которая холодная вода. Холодная вода, которая. Вот та ближе она к стенке. Она всегда так будет. Нет, башка, она не должна быть мокрая, она должна быть сухой. Ты что, у тебя будет портиться труба. Да нам пластика. Ну, башка, ну что ты, вот это само-то крепление-то, которое соединяется, это, ну, будет ржаветь. Ты, короче, не спорь, все. Ты меня не пугай, я и так. Так он же сегодня пришел, сказал, говорит, ладно, я потом переделаю. Ты не слышала, что ли? Нет. Спокойно так. Терпение тебе, терпение. Ладно, я пошла, давай. Ладно, давай. Все, звони. Я все забрала, ничего не оставила. Нет, вот мусор можно брать. Не по пути. Я сегодня тебе посуду помыла, ванну помыла, мусорку уж как-нибудь, давай Аню попроси, пусть выбросит. Я думала, я не иду свои, сначала не мусор вынести. Думаю, если я мусор вынесу, ни хрена не стоит. На еду сил не хватит, да? Я найду. Ладно, все, давай, пока, пошла я. Я так долго-то не хожу. Все, давай. И на балкон не выходи раздета, а то замерзнешь. Ну, мне обязательно, все, давай.
Фикс прайс открыли. О, монетка, фикс прайс. Новый магазин теперь у нас есть. Плохо видно, конечно, потому что я бегу, тороплюсь. Опоздаю, наверное. Блин, ёпрасоты. Такси придется вызывать. А топинг-то вы не поставили? Я ставила его. Уже убирала, да? Свечки ничего не ставили? Не стали? Надо наоборот его повернуть. Ну или давай разрезом тоже можно, пофиг. Ой, так-то ничего получился, хорошенький. Покажу, как он хоть в разрезе выглядит. А то ж, ты желтенький такой. Весь нежненький, как и ты. Ну-ка, Ванька как кушает. Ну-ка, хоть вкусный, не? Да. Нет, серьезно вкусный? Ну, слава богу. Это потому что крем я сделала первый раз, вот этот. Первый раз, я не знаю, какой он вкусный. Нет, давай я сфоткаю. И снимала очень крутой контент, как пока танцевали. Блик-блик-блик-блик-блик-блик. Короче, мы уже все стоим на переезде, темно. Смотрите, какой у нас поселок красивый. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ой, я вообще обожаю свою деревню. Не деревня, кстати, а поселок ПГТ. Поселок городского типа. Так что вот, не путайте, ребята. У нас поселок очень хороший. Все, ждем. Сейчас должна электричка прийти из Тагила туда, а потом поедет в Тагил. Нету там бабаек никаких. Вот, видишь, они вот так передвигаются, такие темные. Господи, это пар. Ладно, все. Как ты, скажи, отдохнул сегодня? Да нормально. Поиграл в компьютер. А ты наушники хоть забрал, не оставил? Не знаю. Молодец. В общем, ладно, я тебе про день рождения говорю, про сам. Ну, говорю, играл целый день в компьютер, а так в Лионе хорошо отпраздновать ли. Как тортик тебе понравился? Очень вкусный, такой сочин прям во рту тает. Да, и крема понравились. Да-да-да, еще такой, знаешь, то, что не как обычный, такой коричневый, беленький. Такой. А желтенький, сочненький, как лимончик, да. Да? Да, я специально сделала коржи лимонного цвета, чтобы больше аппетита создавал. Ну, как сказать, вызывал аппетит. Так что вот. Ну, надеюсь, ребятам понравится. Все, мы поехали домой, ребят. Кроссовки, конечно, грязные, зря мыло все, можно заново мыть. Все, всем пока-пока, Вань. Пока-пока.